Почти полвека его жизни связано с больницей имени Соловьева. За это время лечебное учреждение стало одним из самых крупных в стране. Сегодня в клинике трудится более 900 человек. И только в неделю в операционных шанс на выздоровление получают до 300 пациентов. Александр Дегтярев, герой очередного выпуска проекта «Ярославские лица». В эфире Первого Ярославского расскажет о работе, семье и увлечениях. Смотрите программу сегодня в 18:15 и в воскресенье, 15 января, в 11 и в 18 часов. Я считаю, что большое заблуждение, когда во главе лечебных учреждений стоит менеджер. Вы знаете, если бы я не был травматологом, никогда ярославская травматология не достигла бы того, что она достигла сейчас. А зная потоки больных, мы под них и реконструировали наше здравоохранение в целом. Я думаю, что главные врачи все должны пройти от низу до верху и не скакать там быстренько очень, а так в этом надо повариться.